На этой ноте, я думаю, наверное, как, скажите мне, пожалуйста, устали ли вы? Давай на собак последний. Или все-таки поговорим о собаке? Она же мертвая, давай поговорим о живых. О живых? На собаке нужна шляпа. Это, которая падает. В общем, у вас у всех есть билетики, с другой стороны на них написаны номера. Посмотрите, пожалуйста. Вот мы по количеству разных билетиков сделали бумажечки, в которых написаны эти номера. Мы сейчас рандомно проверим одну бумажечку. Я даже попрошу для этого кого-нибудь вызвать. Собаку? Давайте, у меня нет билета в своем, поэтому я буду... Сейчас не даю билет, да? Сейчас свои подмешают. Кстати, да. У меня нет, поэтому я... А я слежу. Смело, да. Да, ничего не вижу практически. Так. Смотрим. 16. Все? Или а еще есть призы? Живая собака? Чайник там еще. Очаровательный Назарчик. А я так надеялся. Я специально оставил несколько себе билетиков на сразу. Это коррупция. Это мой билетик. Здравствуйте. И два стола. А сейчас мы объявляем перерыв. Вы можете... Алена Собакарь принесла нам чудесные вкусности. Вы можете попробовать вкусности и выпить зеленого чая. Который ты не забыл. Все, перерыв на 10 минут.